Добрый день, друзья, с вами Солт, вы на канале Best Game Pro. Сегодня мы рассмотрим телефончик от Asus Zenfone Zoom. Собственно говоря, вот коробка от телефона. Открывается она вот таким вот образом. Внутри у нас находится непосредственно сам телефон. Сейчас мы его отложим, рассмотрим. Конвертик с ремешком на руку, кожаным, черным. Адаптер питания, 5 вольт, 2 ампера. Микро-USB кабель. Вкладыши для наушников и непосредственно сами наушники. Также в коробке есть гарантийный талон и руководство пользователя. Итак, вот сам аппаратик. Экран 5,5 дюйма, Full HD, IPS. Аппарат работает на базе процессора Intel Atom Z3590, 4-ядерный камень, частотой 2,5 ГГц. А также графическим процессором оснащен видеопроцессор PowerVR GX6430. Оперативная память у аппарата 4 ГБ, встроенная память 128 ГБ. Есть такая же модель на 64 ГБ встроенной памяти, и там будет процессор 3580. Это топовый вариант. Сзади задняя панель отделана кожей. Вот непосредственно сама камера, фишка данного аппарата с трехкратным оптическим зумом. Подсветка, вспышка, фонарик с двумя диодами, холодный и теплый цвет одновременно. Лазерная фокусировка фирменная Asus. Джек 3,5 под наушники, верхний микрофон, разъем питания, нижний микрофон, место для шнурка на руку. Слуховой динамик, 5-мегапиксельная камера, задняя камера 13 мегапикселей. Давайте его включим, посмотрим. Ну вот такой вот экранчик, достаточно насыщенные яркие цвета, ну собственно говоря, как всегда у Asus, этим они не подводят. Также у аппарата идет стандартные кнопки включения, увеличение и уменьшение громкости. И огромное спасибо компании Asus, они сделали, вывели две кнопочки. Одна на видео отдельно, другая под технология двойного тапа присутствует. Также в настройках можно вывести определенные жесты, с помощью которых вы будете сразу включать телефон на браузере, на фото, на других каких-то приложениях. Типа Double W. И, пожалуйста, открывается браузер. Больше про него рассказывать нечего, аккумулятор 3000 мАч. Итак, друзья, вот так вот выглядит флагманский смартфон от компании Asus стоимостью свыше 40 тысяч рублей. Спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу данного аппарата. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Ждите новых видео. Пока!